только в самом деле он бывает потому, чтобы все друзья успели подготовиться к нему, чтоб подарки присмотрели, чтобы громче хором пели. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя! Было б здорово, наверное, ежедневно дни рождения отмечать и друг друга поздравлять и с друзьями распевать. С днем рождения меня, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, друзья. И еще. С днем рождения меня, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, друзья. Нарисуй на ручке.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Семь лучиков. А тебе что нарисуем? Ну так давай нарисуем, будет. Давай. Это кожа, да? Давай так сделаем. Давай. Рисуй. А что это? Крыша? Зачем здесь? Там ручка. Смотри. Что это, угадай? Да. А вот нарисуем автобус. Сейчас я автобус нарисую. Да. Это 51. Это Вайк, 51, это было, Влада 4, 11. Все. Это Феррари. Феррари это? Да, когда она ускоряется, понимаешь? Да. Это машина, привет. Соседа. Привет, соседа. Садись. Я тебе нарисую. Носик нарисую. Опа, опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опа, Gangnam Style. Thank you.
Еду на машине. Вот смотри, у меня такой автобус. Я парковал сюда. На машине. Но сначала нужно пристегнуться. Всем привет, ребята. Сегодня мы будем играть Бибик. И там надо только... Я не знаю, что. Но мы будем ездить, как я правильно. Увидите, какой правильный. Раз. Правильно нужно движение. Означает. Кубики нельзя. Второе. Скорохвостик запрещено. На машину нельзя бибикать. Третье. На машинах нельзя сбивать. Третье. Второе. Потом. Машина не должна ни один бок влезть в автобус. Восьмой. Надо ездить по правилам. Или стоять, когда люди зайдут. Девушки не заводят в автобус. Тому по дороге быстро спешат. Еду, скорость набираю. Быстро я лечу и качу, куда захочу. Ура! На светофоре не зевай и автобус пропускай. Загорелся красный свет, он горит, проезда нет. Зеленый, можно ехать. Ну, ты приехал уже? Давай, газуй еще раз передать.
тихо-тихо. Вот так вот. Bye.
Анюха, а ты уже давно умеешь кататься? Да. А почему я не видел, что ты умеешь кататься так? Расскажи мне, где ты научился, кто тебя научил? Это я сам. Сам научился? Хорошо, сейчас отдохнешь, покажешь еще, да? Давай, давай, крути педали. Опа, авария. Да, ты молодец. Конь железный мчится, мчится, развивает кудри ветерок. Едут, едут по планете дети на велосипеде. И звонят, звонят, звонок, чтобы каждый мог услышать, чтобы каждый мог увидеть, чтобы каждый их заметить смог. Чтобы каждый мог увидеть, чтобы каждый мог услышать, чтобы каждый их заметить. Нравится на велике ездить. Да. Что, починил? Починил? Нет. Что чинишь? А куда поедешь? А какой вызов? Что у тебя за вызов? Да срочный. Срочно? Что там будешь делать? Пожар тушить или лечить кого будешь? Я делаю прямо на морду. Я сделал. Угу. А смотри, есть паровозик мой и ректора. Он сейчас, он ускорительный. Только я взрослый, а он маленький. Ему надо есть много. Смотри, если я сюда поеду, то меня заметят.
А я проиграл. А, он скучает. А знаешь, как сюда пробраться? Как? Мы должны пробежать, пока здесь читают. Это означает, знаешь, что? Что? Что меня посадили в тюрьму. Но он ускорительный поезд. И все. И даже колесо отломалось. Да, да. Что там, дурачки? Я сделаю компьютер, сейчас поломаю и будет работать. Спасибо. Всем привет, ребят. Всем пока, ребята. Ставьте колокольчик. И всем пока-пока.